Умный хабаб, удилистый бабаб, любит охмурять легкомысленных баб. Шкурка у него должна быть выделана пластом, сохранением всех частей, а не как балластом. Части у шкурки должны быть, как и в длину, симметрично расправлены с затяжкой на всю ширину. Из межножья завлекающими тинь-тинь хабаб. Он выделяет ее хабаб, похмуряет тем самым легкомысленных баб. Волосяной покров его шкурки должен быть чистым. Если имеется тату, то методом самым быстрым они должны быть сведены все вместе. Разрыв дыры плешины, ламины и вытертые места должны быть вычищены без нарушения симметричности шкуры. Острова на фоне.